трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Только немногим более половины автомобилистов, опрошенных изданием «За рулем», обзавелись к зиме наклейкой «Шипы». Каждый пятый респондент заявил, что в ней не нуждается, так как использует фрикционные шины или липучку. Среди вариантов ответа были еще «Нет, не смог купить наклейку», «Нет, живу в теплом регионе» и другая причина. Напомню, что за отсутствие знака полагается предупреждение либо штраф 500 рублей. Дозволяется изготовить его самостоятельно. Длина стороны треугольника при этом не должна быть менее 20 сантиметров. Трасса 101. Volvo XC60 второго поколения будет стоить в России минимум 2 925 тысяч рублей. Прием заказов стартовал. Кроссовер оснащается одним из четырех двигателей. Два дизельных мощностью 190 и 235 лошадей и два бензиновых 249 и 320 сил. Уже в базовой версии машина укомплектована современной системой безопасности, включающей в себя функцию автоматического торможения. Трасса 101. На вторичном рынке легковых авто по-прежнему господствует «Лада». «Самара хэтчбэк», по данным агентства «Автостат», является самой покупаемой моделью тольяттинского завода. На втором месте «ВАЗовская семерка», на третьем «Форд Фокус». Второй и третий результат по количеству проданных автомобилей с пробегом у «Тойота» и «Ниссан» соответственно. Трасса 101. В 2019 году «Шкода» планирует наладить выпуск гибридных автомобилей. Речь идет о моделях «Суперб» и «Корок», которые получат электромотор мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра. Ну а в 2020 году в линейке машин чешской марки должен появиться полностью электрический кроссовер. В Объединенных Арабских Эмиратах на аукционе за огромные деньги продан очередной красивый автомобильный номер. Впрочем, как красивый? На знаке имеется только одна цифра – двойка. Цена вопроса – почти 3 миллиона долларов. Знак с единицей за 5 миллионов зеленых был реализован в прошлом году. Но двойка в Эмиратах тоже считается символичной цифрой, потому как данное государство было создано 2 декабря 1971 года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.